Всем хай! Значит, проходят года, и меня осенило. Почему бы не сделать улучшение графики одной новейшей игры под названием Dark Souls Prepare to Die Edition? Это свежайшая игра, но все равно нужно еще больше улучшить графень. Начнем колхозить своего рода ремастер. Чтобы из этого мыльного куска дерьма получилось вот такое. Для этого нам нужно сама игра, новейший компьютер, шаман с бубном, чтобы все это запустилось, и собственно архив с улучшенной графикой и текстурами. Переходим в игру. Сейчас, собственно, это ванильная игра. Выглядит это как мыльная блевотня с торчащим курсором и локом в 30 FPS. Хотя именно с такой графой я проходил первую DS, с ее тупейшим управлением в перекатах, ибо проходил ее сразу после третьей части. В общем, так выглядит оригинальная игра, если кто-то видит ее в первый раз. А вот так выглядит уже игра с применением моего архива. Но все равно как-то тускловато. Нажмем волшебную кнопку. Вот, другое дело. Как по мне, стало очень похоже на графу из второй части. Что касаемо падения FPS, да, он падает. Но все будет зависеть от того, насколько дряхлая вас пекарня. Для теста выбрал достаточно древний ноут i7-3630QM, видеохаз затычка NVIDIA 740M и 8 ГБ оперативной памяти DDR3. Без записи у меня не бывает ниже 30 кадров, но когда записывал, у меня проседало до 21. Мне лично такая графа заходит больше, чем ремастер 2018 года. Пусть даже в ней нет тех изменений, которые есть в ремастере. А пока предлагаю оценить новую графу в деле. Чтобы установить мою графическую сборку, просто перекиньте папки из архива в директорию игры. На этом же я буду прощаться, всем пока.